Какой праздник отмечается 12 апреля? 12 апреля вся страна наша отмечает День космонавтики. Это праздник, который отмечает вся страна, потому что Юрий Алексеевич Гагарин летел первый в мире на корабле «Восток». В этот день принято поздравлять космонавтов. Кто такой космонавт? Это такой человек, который совершает полеты на космических кораблях. Космонавт – это который летает в космос на ракете. Ракета выглядит почти как дом. Большая такая. Космонавт выглядит в белой одежде и в скафандре. У них есть рации, и они по ним говорят. Космонавт летает в космос для того, чтобы открыть новую планету. Или понаблюдать за звездами. И запускают они там спутники. Они делают разные опыты и фотографируют нашу Землю. Чтобы изучить разные другие планеты или другие звезды. Поймем, посмотреть, как будет вести себя вода в открытом пространстве. Расскажи о великих космонавтах. Юрий Алексеевич Гагарин – это человек, который полетел первым в мире в космос. Он там проводил всякие опыты. Я знаю Алексей Леонов, который первый вышел в открытый космос. Я знаю женщину-космонавта Валентину Терешкову. Первая вышла в космос, в открытое пространство. Хотел бы ты стать космонавтом? Я хотела бы стать космонавтом, чтобы наблюдать за звездами. Я хочу быть космонавтом, чтобы изучить разные другие планеты. Потому что их из Земли не представляется возможности увидеть. Я бы хотела стать космонавтом, чтобы там провести какой-нибудь научный опыт. Нет. Потому что там испытания. И когда летишь, трясет. Нет, потому что я не хочу улетать от Земли. Потому что тут здорово.